Велосипедный фонарь Longus белого цвета на 1 ватт LED. Фонарик вот такой вот беленький, очень симпатичный, компактный, то есть легко помещается в ладони, легкий. Имеется крепление на руль велосипеда, то есть вставляется, крепится на руль. Для велосипедиста это очень удобно. То есть вот так вот он выглядит. Фонарь под 3 батарейки 3А. В комплекте идут эти самые батарейки Longus фирменные, 3 штуки. Сейчас мы вставим их. Вот здесь вот имеется крепление специальное, надавливается, снимается внутренность фонаря. Вот мы видим здесь диод на 1 ватт. 3 батарейки вставляются. Плюс и минус не путаем. Очень легко разобраться. На пружину ставится минус. Соответственно, в обратную сторону ставится плюс. Вот так вот. Щелкиваем. И третья батарейка вставляется. Сейчас мы это все проверим. Видим, что он начинает гореть. Замечательно. Вставляем все это устройство обратно. Аккуратненько до щелчка. Щелчок не произошел. Значит, что-то не так. Проверяем крепление батареек. Все в порядке. Вставлять нужно четко, чтобы ничего не испортилось. Вот, мы видим, что крепление сработало. Теперь фонарь готов к использованию. Имеется два режима, один мигающий и постоянного свечения. Фонарь достаточно мощный, 1 ватт, светит ярко, далеко и очень даже неплохо. Будет освещать вам в темное время суток дорогу. Вот такой вот замечательный фонарь. Сделает жизнь светлее.